Хорошо, что вот в такое трудное время, а время сейчас очень трудное для республики, во главе ее стоит вот такая личность. Он подвижник. Он практически, взвалив на себя эту должность, когда мог просто спокойненько, пользуясь своим ранее достигнутым авторитетом, жить, как говорится, и ни во что не лезть, и быть в полной безопасности. Таких людей, их единицы. Но они определяют свой народ.